Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Алексей, мы продолжаем играть в Bus Simulator 16. И больше 4 часов я промучился, пытаясь выполнить вот это вот задание. Проведите автобус по этому маршруту. Сколько ни пытался. И вперед по нему ездил, и назад. И нанял уже 3 водителей. Вот, потом начал искать на Ютубе видео, где люди проходят это задание. Нашел видео одного немецкого ютубера и посмотрел, посмотрел, что у него вот эта фраза гораздо длиннее вторая. Я переписал эту фразу на бумажку, забил в Google переводчик. Знаете, что он мне выдал? Он мне выдал: проведите автобус по этому маршруту в оба конца. Просто-напросто не хватает 2 слов. По этому маршруту в оба конца. Неужели вот это трудно было дописать? Вот сейчас мы проедем по этому маршруту в обоих направлениях и посмотрим. Если только засчитают, то я не знаю. Я не знаю, как оценивать работу переводчиков. Короче говоря, погнали. Погнали. Так, я буду ехать в оба конца. Буду ехать на этом мане. Смотрите. Hello, Mira Tannhauser from the city administration speaking. Thanks for the new bus route. It was very well received. We have a new upcoming project. We want to increase the number of customers of the shopping center in the inner city district by establishing 2 new bus routes. One route from the residential and one from the suburban district to the mall. Could you help us make this project a reality? Вы поняли, ребят, что произошло? Нужно было просто поставить одну галочку? Серьезно? Одну гребаную галочку? И я потратил на это все 4,5 часа, чтобы мне вот это засчитали? Офигенно! Просто браво! Браво переводчикам! Короче говоря, сейчас я серию тогда уже записывать не буду. Я хотел просто проехать по этому маршруту в обоих направлениях. Но если засчитали, так засчитали. Хорошо. Встретимся в следующей части, где будем пытаться выполнить вот это. Надеюсь, здесь с переводом больших проблем не возникнет. Вот. Ну а пока что все. Вот такая вот серия будет полезная наверняка для тех, кто так же, как и я, застрял на этом задании. Всем удачи, друзья, и всем всего!